Выставка трофейной техники, которая открылась с 1 мая в Москве, не давала покоя западной прессе на протяжении всей минувшей недели. Иностранные аналитики утверждали, так Россия пытается унизить НАТО. Эксперты уверены, на Поклонной горе граждане могут не только воочию увидеть успехи собственной армии, но и почувствовать сопричастность к будущей победе страны в СВО. И сильные впечатления, и, кстати, впечатления еще не столько о технике, сколько от ребят, которые стоят рядом с техникой, с боевыми наградами, рассказывают, общаются с людьми. Вот, и прям тоже с ними пообщались, руки им пожали. В общем, впечатление очень приятное. Генсек НАТО Столтенберг крайне возмущался тому, что немецкий танк украсил собой ряд трофеев, подготовленный к празднику Победы в Москве. Тысячу раз этот самый генсек в многочисленных интервью повторял: Североатлантический альянс не является стороной конфликта на Украине. Повторил и 1001. Это будет трагедия для Украины, если президент Путин победит, но это также небезопасно и для блока НАТО. И в этом мое послание всем нашим союзникам. Мы должны поддерживать Украину, потому что в интересах нашей безопасности продемонстрировать, что президент Путин не побеждает в Украине. И обиделся. Русские, мол, вообще берега попутали, показывая многомиллионные машины для уничтожения этих самых русских на весь мир. Здесь важен посыл выставки, так называемая мотивационная ее часть. Достаточно крупные машины, силуэт очень большой у машин, танки достаточно тяжелые, застревают. Машины в любом случае серьезные, недооценивать врага не надо. Но, как показывает практика, есть все средства поражения для уничтожения этой техники. На выставке, которая продлится целый месяц, представлено свыше 30 единиц военной техники, вышедшей с конвейера 12 стран, включая Штаты, Британию, ФРГ, Швецию, Францию, Финляндию, Австрию, Турцию, Чехословакию, Австралию, Незалежную и даже ЮАР. Вот так они не являются стороной конфликта. Посетители выставки смогут увидеть и французский колесный танк, и британскую бронемашину, американские броневики, шведскую и немецкую БМП. И вот она, боль Шольца и Столтенберга. Гвоздь программы немецкий «Леопард», на который Зеленский буквально молился и считал спасением для ВСУ. Но он стал любимой целью для российских военных, бесполезной жестянкой в условиях современного ведения войны. Наша ответственность как членов НАТО состоит в том, чтобы обеспечить Украину оборудованием, боеприпасами и поддержкой, необходимой Украине для начала новых наступательных действий. И это именно то, что союзники обеспечивают, оказывая военную поддержку, а также обучение на высоком уровне. Генсек Столтенберг попросил Россию отменить выставку поверженной техники НАТО. И для этого призыва военачальник всего демократического Запада использовал свой телеграм-канал, где сказал, что эта демонстрация обижает коллективный Запад. Потом, правда, запись удалил, подкорректировал, но интернет помнит все. Всем известно, что Североатлантический альянс не является стороной конфликта, но демонстрация техники в Москве создает впечатление не только участия, но и поражения альянса в этом конфликте. Россия не должна демонстрировать технику, как будто они уже победили. Умный дядька, однако, не находите? Накачивать обескровленную Украину миллиардами вечно зеленых, сотнями тысяч боеприпасов, танками, дронами, БТРами – это, по его мнению, не участвовать в конфликте, а наблюдать со стороны, быть как бы не при делах и справедливо возмущаться. Биполярное расстройство из учебников не иначе. Я очень впечатлен профессионализмом, мужеством и решительностью украинских вооруженных сил. Они поразили весь мир. В рядах же российского войска мы видим слабый боевой дух, часто плохую технику, а также подготовку, которая не слишком впечатляет. А техника на Поклонной горе будет стоять самая разнообразная, передовая, продвинутая, новейшая, тщательно изученная от болтика до винтика, от платы до последней лампочки – российскими инженерами. Не случайно США потребовала от своих марионеток в Киеве отвести танки «Абрамс» от линии фронта. Флагман стоимостью под 10 миллионов оказался натуральным распиаренным пшиком.
дорогостоящая бронетехника массово сгорает от ударов русских дронов стоимостью 3 копейки. Обычная взрывчатка, сброшенная дешевым беспилотником, оставляет от целого американского бренда только пыль да куски металла. А выставка на Поклонной горе с абрамсами или без – дело времени. США передала их Украине, сняли с них их основную и хваленую броню из обедненного урана, которая считалась непробиваемой. Ну и помимо этого, система наведения и приборы, которые не хотели, чтобы они попали к нам в руки, они тоже убрали. То есть, по факту, техника устарела. Для формата нынешней войны, где используются и FPV-дроны, и ланцеты наши, которые хорошо жгут их. Британская Daily Express рассматривает вернисаж вооружения Альянса как насмешка Владимира Путина над Западом. И это всего лишь спустя несколько дней после того, как США и Великобритания договорились о выделении дополнительных средств на военную помощь Киеву. У премьер-министра Великобритании Риши Сунака так заболело в крайне пятой точке от этой выставки, что он, долго не думая, вовсе пообещал Украине крупнейший за все время пакет военных поставок. Поэтому, господа англичане, приготовьте свои кошельки. Вам снова придется оплатить братоубийство из собственных карманов. Похоже, НАТО наконец-то вошла в Москву, но я не думаю, что они это собирались сделать так. Выставка так только называется, а по факту демонстрация достижений. И не просто свалка ржавого и горелого железа под открытым небом. В столицу, Россию свезли самое интересное. А потроха иноземной техники, разумеется, остались в ремонтных цехах отечественных заводов, где их детально изучат и сделают правильные выводы. Сам по своей воле враг бы с ценным железом не расстался, не отдал бы свои танки, САУ и прочие БТР. Их забрали у врага силой, которая превзошла его силу. Вот в чем смысл действа. Кто-то сегодня написал мне сообщение в Telegram от оппозиционной команды и сказал мне, что ничего из этого здесь нет и что все лгут, что это было всего лишь одной большой ложью, которую они говорят Западу, чтобы это выглядело так, как они одерживают небольшие победы. Но, как видите, я вижу здесь полную победу в Парке Победы. Важный психологический момент. Россия будто издевается над чувствами производителей натовского оружия, множит на ноль их репутацию и раздутое эго, сводит на нет все вложения в рекламу, демонстрирует миру суровую правду. Неважно, сколько миллионов стоит крутой натовский танк, он всего лишь куча металла, которую можно утилизировать в считанные секунды. Меня зовут Ван Чен, и я из Уханя. Приехал на неделю в Москву и сразу на выставку. Что сказать, это наша общая гордость. Смотришь на эту трофейную технику, прям восхищаешься ей, что она тут стоит в Москве. Красиво, впечатляет. Мы вообще приехали с другого города, и как бы вообще прям очень нравится. Оренбургская область. Каждая машина на Поклонной горе, показанная в прямом эфире на весь мир, небольшой гвоздь в крышку гроба западного военного бизнеса. Маленькая ретроспектива в будущее каждой акции, каждого доллара, который будет потрачен на убийство славян. Нет ни ничего волшебного в этой технике. Обычные жестянки, украшения Дня Победы, несколько миллионов долларов, спущенных на бездушный металл. Так же, как когда-то изюминкой выставок был знаменитый танк «Тигр» Гейнса Гудериана. Также спустя много десятилетий ей стал леопард. Совсем не злобные кошки, а маленькие котята. День Победы объединяет все поколения. Мы идем вперед, опираясь на наши вековые традиции. И уверены, что вместе обеспечим свободное, безопасное будущее России, нашего единого народа. Слава доблестным вооруженным силам! За Россию! За победу! Ура! Ура! И посыл у выставки максимально простой, но озвучен он уже в который раз. Не поняли в 1812-м? Не вняли в 41-м?
Ну так повторение мать учения. Кто с мечом на Россию пойдет, тот с ним в могилу и сляжет. Это касается не только непосредственных исполнителей, но и всех пособников.